Когда ты достигаешь чего-то, очень важно, чтобы с тобой в команде были умные, креативные и талантливые люди. Так сказал глава администрации города Олег Булеков. Он сегодня выступил перед учащимися старших классов. Олег Булеков рассказал школьникам о своем карьерном пути, где учился, как поступал в институт, а после стал преподавателем, а также почему выбрал специальность товароведа. Идея абсолютно правильная, потому что у вас впереди светлое будущее, и это будущее нужно выбрать. И выбирать его нужно уже сейчас, потому что каждый из вас должен, наверное, четко понимать, осознавать, кем он будет завтра. Хотя, конечно же, в жизни могут быть ошибки. Главное, чтобы эти ошибки вовремя исправлять. Школьникам было интересно узнать, что когда Олег Булеков уже писал диссертацию на экономическую тему, ему пришла в голову идея поступить в театральный институт. И он даже пришел на вступительные экзамены. Но, как сказал глава города, совершать ошибку он не стал. Это было очень интересно узнать столько интересных моментов из жизни такого высокопоставленного человека. И мне кажется, это очень правильно, что он ходит и рассказывает детям о том, чем он занимался, когда был младше или в нашем возрасте. Это все очень интересно и правильно, потому что это какая-то паника с выбором профессии. Это как-то помогает нам с выбором. Формат живой беседы и открытый диалог. Таким станет проект. Со школьниками встретятся представители власти, бизнеса, медицинского сообщества и расскажут, как они добились успеха и какие трудности им пришлось преодолеть. Всю жизнь надо учиться, и всю жизнь нужно работать. Причем все, что мы в этой жизни делаем, мы сначала это должны делать для общества, а потом для себя. Поверьте, отдавать себя обществу намного приятнее, нежели получать. Достаточно интересно все рассказал о том, как добился своего такого, так сказать, успеха в администрации. Конечно, было очень интересно послушать то, что даже не обязательно, какая твоя была начальная профессия, что упорством, трудом можно прийти к абсолютно всему. И в любые достичь успехов, высоты, полет, так сказать, куда только хочешь попасть. Главное быть целеустремленным и трудиться, учиться. Как говорится, учение свет, а не учение тьма.